под названием «Один день из жизни папы». Папе дается шанс проявить все свои способности, так как мама уехала к теще. И, соответственно, она собирается, целует мужа и говорит: «Милый, милый, будешь говорить, ребенка покормишь, спать уложишь, я позвоню, все как так». И все, мама уехала. Мама уходит. В это время Олеся. Олеся. Мама уходит. В это время зазвонил телефон. В это время зазвонил телефон. Дзинь-дзинь. Ошиблись номером. Папа, вам нужно подбегать к телефону. Звонит телефон. Папа, подбегайте к телефону. Ошиблись номером. Короткие гудки. В это время плачет ребенок. Ребенка надо покачать. Покачайте ребенка. В это время начал убегать борщ. Борщ убегает. Спокойно. Покачайте его, покормите. Алло, брат, ты где? Снова звонит телефон. Возьмите трубку. Трубку возьмите, папа. Алло. Нет, вот телефон, девушка, возьмите трубку. Там короткие гудки. Борщ снова убегает. Бегите за борщом. Вон, ходит рядом с вами. Пошевелите борщ поварёшка. Вот так. Вокруг борща. Давай, давай, брат. Давайте, пошевелите борщ поварёшка. Наяривай. И вдруг в это время зазвонил телефон. Вот телефон. Милый, привет. Как ты там справляешься? Алло, все нормально, все чётко, все поправилось. Мама, а это вам. И кастрюльки. Так, и маме, пожалуйста.